Здравствуйте! В эфире передача для тех, кто очень хочет, но не может. Но это голосование, то есть выборы. Выборы. Это как ЕГЭ, только тогда, когда знаешь все ответы. Как известно, 18 марта прошла общероссийская вписка избирателей, где дяди и тети выбирали дежурного по стране. Этому предшествовали очень интересные события. Каждое утро взрослые дяди и та тетя, которая вела любимую мамину передачу, и папину, когда там дрались, выступали по телевизору. Дяди обижали тетю, и та плакала и плескалась водой. Ну если она тупая! Владимир Ильич! Если мозгов нету! Видишь, но начало! Вот видишь? Вот идиотка, что, убери ее отсюда! Один дядя даже встал и ушел. Короче, как у нас в столовке. Каждый пытается хайпануть. Взрослые называют это красивым словом дебаты. Ну в смысле, мама говорит, что это дебаты, а папа говорит, что это дебилы. Надо уже загуглить, как правильно. Вот, что мне удалось найти по запросу дебилы. Ну а потом уже были сами выборы. Выборы — это когда ты выбираешь, в какую секцию тебе пойти, но мама все равно тебя отдает в танцы. Это было воскресенье, когда мы встали пораньше, чтобы успеть отдать свои голоса до обеда. Иначе, как сказала мама, этот голос, прям как у русалочки, может забрать злая Урсула. В общем, победил тот дядя, при котором я родился, живу и буду жить. На втором месте ведущий передачи «Поле чудес». Но не тот, который подарки раздает, а который, Дудю, обещал усы сбрить, если слабо хайпанет. Не видно. Усач сказал, мужик сделал. На третьем месте лидер движения ЛГБТ, ЛДПР. Очень шумный дядя, я его постоянно по телеку вижу. Мама сказала, что этот дядя хайпует даже дольше, чем тот дядя, которого мы опять выбрали. Но почему-то никогда в электро оральном цикле не выигрывает. Электрональным? Это вообще можно по телевизору говорить? Четвертое место заняла собачка. Собчак ее фамилия. В общем, это тетя, которая спит стоя. Еще в этих ваших выборах участвовали Russian Apple, отец Дадли из Гарри Поттера, космонавт и восьмой. Прикольно было! Я для себя точно решил, что когда вырасту, обязательно пойду на выборы. Ну выборы — это когда ты выбираешь арту, ждешь Проховку, а выпадает Химки. Ну а с вами был Демьян. Но вы там не расслабляйтесь. Нам еще в сентябре выбирать дядю главного по области. Губернатора!